Юпитер. 3 апреля 2020 года над Харьковом. Ну, так себе, конечно. 50-кратное увеличение после 125-кратного не впечатляет ни грамма. Сатурн. А Марса, наверное, мы не разглядим сейчас. Не знаю, на маленьком экране не вижу совершенно. Да, ну в общем, в любом случае разбираюсь я потихоньку со своим Никоном. Это у меня Sony. А вон Марс. Сегодня у меня 50-кратный старичок. О, вот Марс. А Никон пару недель назад купил 5000-ный, 125 крат и 245 страниц инструкции формата А4. Разбираться буду долго, карантина может не хватить. Ну, конечно, там оптика увеличения посвыше. Единственное, сейчас с 31 марта впервые заметил, поднимается звено спутников сейчас. Что это такое? Звено спутников сейчас летают возле запада на восток, прям как бусинки, сейчас уже параллельно друг с другом летают. Ни один фотоаппарат не берет, зараза, не хватает ISO, светочувствительности не хватает. Ну, субультразума на то и ультразума. Лады. 3 апреля 2020 год, Харьков.